персональные данные, кажется, чьи-то, да? Я не понимаю, в чем дело. Что вы меня трогаете руками-то? Я тебе себе дам бар. Ты что, самый умный, что ли, слышишь? Документы почему не, ты себе позволяешь? Не фотка, ясно. Почему ты себе позволяешь не соблюдать законодательство моей страны? Скажи мне. Почему ты себе позволяешь не соблюдать законодательство моей страны? Еще и хамить. Документы фотки не надо. А что ты их в открытую-то грузишь? Персональные данные ни для кого, нет? Ну закон для всех вообще, нет, скажите. Для всех закон. Ну а почему нам? Это судебный департамент. Есть правила. Махайте, снимайте и так далее. Слушайте, а вам все равно? Свои дела, нет, причем не снимайте. Ребята, я гружу бумаги и уезжаю, понимаешь? Ну, здесь ты, мне предлагаешь бумаги где грузить? Где все грузят? Ну, дал поставить. По правилам дорожного движения. Хорошо, скажи мне, я должен с бумагами, с документами, сейчас с документами, которые никто не должен разглашать, должен ходить по улице. Должны быть какие-то там, ну... Нет, а почему вы их в открытую грузите, если никто не должен разглашать? А ну я вот как сейчас увидел персональные данные там? Вот, ну как? А если сейчас эвакуатор приедет и заберет машину с документами? И ушел. Вот, нормально так. Судебный департамент при Верховном суде на тротуар встает. Все хорошо. Это у нас Кузьминский суд. Все нормально. Вот это тоже тут встает. Постоянно. И ушел. Беспредел, да? Конкретно. Им похер. Вообще. А что номер такой грязный, а? Все, сняли. Подумаем. Нет, все, ребят, заходи, я сейчас буду вышли. Да мы подождем, что? Мы тут стоим. Нам тут удобно. Дай отъехать мне. Куда? Здесь нельзя ездить, здесь тротуар. Зачем он? Как ты отъедешь? А? Зачем он человека оставляет? Да отъехать. Куда? Ждем ГАИ, сейчас будем привлекать тебя к ответственности. Хорошо. Ну все. Нет, две машины припаркованы на тротуаре в нарушении правил дорожного движения. Хотя улица первая Новокузьминская улица, 13/8. Это Кузьминский суд. Да. Номера машинок могу сказать. Да, со стороны проезжей части. Андрей Борисович, что вы можете сказать по этому поводу? Да это просто улица, что здесь говорит. Если даже суд не начал. Вот вы приехали в суд. Куда? За правосудием, да? За справедливостью. За справедливостью. А тут у вас справедливость стоит. Да, тут департаменту при Верховном суде негде ставит машину, да? Документы куда мне, говорит, ну, носить, что мне, туда что ли? Чего я там машину поставил, и идти пешком? А они как бы цари, получается. А что? Так и есть. Стоп-хама на них нет, да? И что, вот часто тут такая ситуация? Каждый раз. Каждый день. Это у нас Кузьминский суд. Первая на Кузьминская, 13/8. Пересечение Зеленодольской улицы. Я не знаю, кто был этот человек, но мое субъективное мнение, то, что на тротуарах паркуются только гомосеки. Правильно? Вот. Я не то, что плохо относился, но как бы думайте сами, да? Хотите ли вы таких кормить, да, за свой счет? Судебного департамента или нет. Если нет, то по ссылочке в описании будет обращение. Отправляйте его там в судебный департамент, в ГИБДД, чтобы здесь установили полусферы, конусы, чтобы ГИБДД ЮВАУ обратила внимание на этот участок. Потому что тут это постоянно.
Че он так все время сказал, фотографировал тебе? Типа, значит, ну ничего не будет ему получается. Да, ну все равно. Ну да, он, типа, ну фотографировал, мне ничего не будет. Так, ну так это звучало, да? Ну это как вон там он тоже. Я подошел. А тебе не сказали, что это машина прокурора? То есть прокурор царь, то есть, ну, если ты обычный человек, тебе нельзя, если прокурор, тебе будет. Ну или там какой-то вот там работник суда, тебе можно сказать. А как бы, ну, обычному человеку нельзя. Это сразу эвакуация, сразу прям моментальный штраф. Вот. И потом не обжалуешь же ничего. Правильно? В этом же суде, да? Да. Куда они возят? Да, это все. Вот они сами же, они как блюстители закона должны закон, они сами же и нарушают. Это уже говорит о том, что как бы здесь, ну, некомпетентные люди находятся вообще. Ну вот, друзья мои, не дождались мы сотрудников ГАИ, никто не приехал. Хотя, ну, они тут часто, так сказать, тусуются, да? Это у нас Юго-Восточный округ. Ну что ж, вернемся сюда еще чуть попозже с десантом, более подготовленные. А то так мы в суд чисто заходили по делам. Надо уже убегать по делам, по другим. Вот. Будет ссылка в описании с обращением. Нам отправляйте обращение в судебный департамент и в ГИБДД, чтобы установили тут полусферу, чтобы обратили внимание на этот участок. Ну и подписывайтесь на канал, ставьте этому видео лайк, нажимайте на колокольчик, подписывайтесь на наш инстаграм и телеграм-канал. Ссылки все в описании. Все, всем удачи, всем пока. Боритесь за свои права.